Весело и с задором. 13 сентября на территории базы отдыха «Еланчик» состоялся ежегодный конкурс самодеятельного художественного творчества среди сотрудников ОВД «Территория 02». Свои музыкальные и артистические способности продемонстрировали коллективы ОВД со всей Челябинской области. По итогам состязания призовые места распределились следующим образом. Первое место у МВД России по городу Магнитогорску, второе место у МВД России по Златоустовску, Устовскому городскому округу, третье место у МВД России по Чесминскому району. Также определили победителей в различных номинациях, таких как сольное пение, вокальный ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль и авторская песня, сольная хореография, хореографические ансамбли, инструментальная музыка, оригинальный жанр, посвящение 75-летию Великой Победы, выбор жюри, приз зрительских симпатий. Коллектив МВД России по Верхнеуральскому району уже традиционно становится участником конкурса. В этом году сотрудники также достойно выступили на главной сцене мероприятия. Главный приз, переходящий кубок фестиваля «Территория 02» и гран-при завоевал коллектив управления МВД России по городу Челябинску.